И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Фокси. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод. Всем привет. Всем привет. Все спросят, почему у нас ночная карта. Потому что мы будем смотреть очень классный мод на фейерверки, петарды и салюты. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Первый салют у нас, Серега, называется... Cold War, холодная война. Ребята, отойдем подальше, чтобы наблюдать эти все прикольные моды. Прикольно смотрится. Вот так это смотрится вблизи. Дальше будет, ребята, намного круче. Надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал, поставите лайкосик. Ролики выходят каждый день. И всегда записываем очень много интересного. Нифига себе, они так долго стреляют вот это вот. Да. Шоу-трек, погнали. Давай покажем просто, что будет, если не зафризить. А, они уже выстрелили, не? А, вот стреляют. Видите? Коробка начинает прыгать. Мне так нравится, когда вот так все на дурачка. Коробка. Ой, сейчас в меня стрельнет. Кто видел в интернете, когда чувак тоже положил салют боком и начало стрелять по всем? Осторожно, голова жоп. Ладно, давайте сделаем наверх все-таки направим их. Воу, да? Круто стреляет, да? Другое дело. Согласись, сильные салюты. Воу. Да. Мне нравится этот мод, он реально крутой. Все? Все. Так, следующий у нас салют. Идет Starving to Heaven. Зафризим его, давай. Запускай. Ух ты, ничего себе, он сразу выстреливает все? Да. Прикольно. Неожиданно, думал, тоже будет по очереди лупашить. 14 выстрелов, 14 дырок, 14 выстрелов. Wayward Palm. Погнали. Че, он уже стреляет? Ну, пока фонтан. А, фонтанчик пошел. Во, смотри. Круто. И заискрило в конце. Как мошки летают. Dancing Dragon. Погнали, танцующий дракон, танцуй. Прикольно. Так, сейчас дальше будет, подожди. Пацаны, нам просрали. А, нет, не про... я думал просрала. Воу, прикольно, да, цвета всегда разные? Да. Зеленый, желтый, розовый, красный. Ну и все остальные. Все. Так, следующий мод у нас... Петарды. Во, мое самое любимое. Петарды в Гаррис Мод. Ребята, вообще такого мода ни разу не видел. А теперь вблизи посмотри, что будет. Ах, мои глаза. Ослеп. Я кровавлю. А вот... Смотри, этот мод еще входит кровашки. Кровашки. Давай, еще короче. Вот о, давай это я типа подождем. Погнали. Супер бомба, Питер Гриффина. А ты поближе подойди. Оу, тебя разорвало на куски. Нет, меня откинуло. Нет, вот твой физган и туловище, вот твои оружие повыпадали. С меня все оружие выпало, но меня откинуло. Подожди, а когда смотри. У нас такая была штука, что выпадает оружие? А, это Dark Modification. Смотри, смотри, Димас, подойди поближе, подойди поближе. Воу! А как встать? О, сейчас я появился вот. Фиг знает где, понятно. Неожиданно, я не знал, что такое может быть. Так, следующий у нас мод Blue Fire. Это, короче, будут просто огоньки, да? Флайеры. Нифига себе ярко светит. А, я теперь не могу физга ничего брать, у меня ничего нет. А моя... у тебя нету ничего. Повыпадали мои ружки, пацаны. Дайте я физга заберу. Фонтаны. Фонтанчики, кстати, моя самая любимая в детстве была. Прикольно, да? Да. Прям залипательно как-то. Еще и искрит так. Точно Новый год. Мне там нравится, Серега. Да. Тебе тоже, да? Да, очень. У меня сразу такая идея прицепить на машину потом. Это может в следующей серии мы сделаем, если вы захотите. Можем на машину сделать куча петард, салютов, ехать и стрелять. Новогоднюю машину запилить. Воу, смотри, как в конце сильно. Сейчас резко должно кончиться. Да, как и в реальной жизни. Все идентично. Следующий. Давай еще вот этот, Димас. Пожалуйста. Мне так понравилось. Серега, жопу подожгешь. Жопа горит, так, потуши. Оно нам подсвечивает. Следующий у нас. Это, Серега, очень сильные салюты. И их надо под наклоном. Их надо под наклончиком. Давай я тебе покажу. Запускаем вот этот. Чпонькс. Серега, наблюдай внимательно. Наблюдаю. Короче, давай фонтанчик удалю. Запускай свой. Ой, случайно оффнул.
Смотри, он летит, еще вы. Реально, смотри, еще в конце. Блин, мне понравилось, это как-то залипательно смотрится, я бы сутками смотрел бы. Днем и ночью. Еще один. Погнали. Этот просто летит. Очуметь! Серега, два одновременно, и тот, и тот. Так, один есть. И второй есть. А чем мне учиться? Давай три. Давай. Только разные, чтоб там были. Отключаем фонарик для максимального погружения. Ну что, поехали. Не, Серега, может вылететь, мне кажется, не? Не-не-не, не вылетит. У меня уже вылетало так, когда-то. Я запускал. Ладно, давай, мочи. Офигеть! Ого. Серега, ты просто круто сделал. Так, давай, ладно. Следующий у нас идет пак. Вот эти ракетки, они реально тоже круто стреляют. Сегодня у нас Серега в помощниках будет все делать. Полетело. Прям в дом, в окно кому-то. Офигеть! Серега, тебе понравилось? Да. И знаешь, я разрушил чью-то квартиру. Так нет, а мне кажется, она чуть-чуть за дом залетела. Нет? Или показалось? Нет, она прям в балкон залетела. Ой, я запущу, давай. Так, запускай. Вот это четко было в окно. Есть пробитие. Серега, представь, там в реальной жизни в окно вышел посмотреть салют, тут тебе в окно залетает ракета. Алёша выйдет гулять? Нет, не выйдет. Уже не выйдет, окно менять надо. Так, это ты разные ракетки, да, запускаешь сейчас? Да. Бу. Очуметь. Повыше чуть-чуть. Вот так вот. Прям кольцом бахнуло как-то. Да. Так, это все были ракетки? Да, абсолютно все. Так, следующий мод у нас очень прикольный. Давай сначала вот эту петарду стрельнем, а потом покажем воздушные... Как правильно? Воздушный парашют? Воздушный фонарь. Да, воздушный фонарь, вот так вот. Так, мы берем фонарик. Мы берем свечку. Мы берем спичку. Спичку надо так потеркать об полы и поджигаем. Эй, поджигайся. Эй, говно. Чё-то, короче, ребята, видите? Серега так же самое, как и я. И поджечь его. Надо, короче, зафризить и взять эту спичку. Ой, Серега, ты сам горю. Так, и что-то не поджигается у меня. Дима, сделай как я, смотри. Так, понял. Опять я горю. Хоть кто-то из вас может поджечь? О, почти поджег. Так, спичка чпоньк. Во, Димас, зажег, смотри. И я зажег. А не, не зажег. Она у тебя желтым должна светиться, как у меня, смотри. О, зажглась, Серега. О, полетела. А че она не летит ровно? Лети. Она на этой карте что-то как-то ее... Не, я этот мод когда проверял вчера вечером, он нормально летал. Ну ладно. Короче, вы поняли. Летает фонари. Ребята, следующая очень интересная штука, это труба, где надо вставлять вот эти шары. Давайте один я вставлю. Ладно, Серега, давай ты, раз уже поставил, фигач, а мы понаблюдаем. Так, тут еще надо по-своему попасть. Серега, давай, я в тебя верю. Чпоньк, запускай. Бум. Крутой шарик, давай следующий. Так, так, так. Подправлю чуть-чуть, Сережка. Еще надо уметь попадать. Воу. Вау, даже какой-то... Ты видел? Да. Прикольно. Какие-то, знаешь, как еще в конце... Не, давай следующий, потому что у нас все же надо успеть посмотреть. Я, короче, проверял два шара одновременно, не получается. Я тоже так делал. Полетел, полетел? Не, ну тут не ярко выражено, там прям сильно были эти ракетки видно, такие штучки. Так, сколько у нас тут всего?
7 бомбочек. Это пятая, походу. Так, Серега, давай, я в тебя верю. Тут, конечно, сложновато попасть. Бросай, бросай. Оп, чпонькс. Полетела. Она по-разному даже летит постоянно. Ну так, прикольно. Так, следующий у нас. Я запущу. Ого! Он даже как-то по-другому. Не, ну тут самый прикольный был, да? Так, это последний, я так понимаю. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Ну? Ну, по-своему прикольно, но у тебя были поярче. Так, следующее у нас... Вот, трубки, которые все знают, они у всех есть. Золотой песок. Погнали, их надо под наклончиком немножко вот так сделать, тогда более прикольнее смотрится. Вот так, да. Полетело. Так, у нас тут еще есть вот такая штучка. Давайте это тоже запустим. Хоп, полетело. Во, вот это классно стреляет. Да, синим, Серега? Как бабочки, да, в конце? Смотри, разлетаются. Следующий у нас... Просто одна ракетка? Там дали... смотри. Запускай. Ага, с Майнкрафта крипер морда. Так, так и написано, крипер смел. Так, следующая у нас кабака. Ой, а что это было? Око Саурон. Запускай. Прикольно, да, раскручивается? Звук такой классный. Ой, вверх ногами. Два запусти вверх ногами. Что будет? В конце, может, какой-то прикольчик будет, да? Или взрыв, или что-то. Ничего. Ничего. Она крутится будет. Ну, эти, конечно, классно крутится. Просто в конце крутится, и все. А если просто вот так вот, да, бросить и ничего не делать? Ой, рабочий стол. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!